говорят, хорошо там, где нас нет. А вот путешественник Валерий Шанин считает, что хорошо там, где нет виз. И в этом мы с ним полностью согласны. Поэтому с удовольствием предлагаем и вам узнать, в какую страну можно отправиться без лишних визовых хлопот даже во время новогодних каникул. Смотрите 6 января весь день проект «Мир без виз» на телеканале «Большая Азия».